Сегодня Prology 4000M. Я не помню, показывал я его прошивку или нет. Сегодня у нас ошибка реестра. Есть полная прошивка на него, есть патч, который сама Prology и выпустила. Значит, что мы сделаем? Мы сейчас попробуем устранить патч. Не получится, будем шить полностью, но это как бы тема уже другого видео будет. Сейчас к компьютеру перейдем, на компьютере на флешку все, что нужно, скопируем и вернемся к навигатору. Если нужна прошивка полная, берем прошивку полную, видим, что она весит больше, там почти в 10 раз, ее открываем. Очень важно, флешку форматируем. И на отформатированную флешку кладем в сказанном мной порядке. Если у вас Windows 7, проблем у вас не должно быть. Если у вас Windows 8, 8, 1, 10, то, возможно, будут проблемы, потому что на эти Windows первым записывают какую-то служебную папку или файл, а нам нужен этот нулевой или первый сектор, как он правильно там называется, и в него положить вот такой файл, UPD. Его первого кладем на флешку, на чистую отформатированную флешку, внимание. А потом уже все остальное копируем. И тогда прошивка пройдет отлично. Вот этот файл UPD отвечает за то, чтобы стартанул вместо заставки, стартанула прошивка первой. Все, это единственное отличие. Потом также вставляем флешку, нажимаем Reset и ждем. Следуем инструкциям. Если он просит нажать ОК там, или крестик, нажимаем ОК. Попадаем в основное меню. Если была возможность, заранее сохраняем все с навигатора, то есть подключаем компьютер, если он откроется как съемный диск, сохраняем ключи, папки и так далее. Если нет, навигатор чистый, тогда пишем на support@navitel.ru и просим восстановить вам ключ лицензионный, дать ссылку на новую карту и на новую программу. Но это уже тема отдельного видео. Мы сейчас хотим вот эту прошивку прошить. Она как бы поверхностная, это патч, грубо говоря, закрывающий какие-то косяки. Он опять же под какие-то серийные номера, но под мой серийный номер все это дело подходит. Так, открываем патч. Вот так вот он выглядит. Берем флешку. Флешку чистую, ее лучше отформатировать, на всякий случай, чтобы удалить следы от предыдущих действий. Я извиняюсь за общий шум. Так, отформатировали, открываем. И все файлы в любом порядке просто кладем сюда. Сейчас подождем. Ну а если не поможет, тогда будем прошивать. Скопировали, извлекаем. И перейдем к навигатору. На навигаторе обязательно нужно посмотреть серийный номер. Вот он у нас здесь вот. Отдай. Вот так вот он выглядит. Нас интересует 3BO2. Вот по этим цифрам подбирается по серийному номеру прошивка. Прошивка будет с флешки, ну мы ее уже скопировали, точнее. Вот, подобрали патч. Если не поможет, тогда прошьем полную прошивку. Итак, во включенном состоянии мы вставляем ему карту памяти. И жмем Reset. Резет нажимаем, сзади кнопка в углублении, нажали на нее чем-то острым, ждем, он включится. Если полная прошивка, то вот этого окна не должно быть, должна сразу стартануть прошивка. А если прошивка, как у нас, поверхностная, то вот она как раз пошла, она устраняет сейчас ошибку реестра. А потом, когда все закончит, будет там что-то написано об окончании, нужно будет нажать ОК. Пока ждем, пока он загружается. А загрузка реестра успешна, нажимаем ОК. Ждем, и пошла загружаться оболочка. Тут 327 файлов, он сейчас загрузится. Кстати, если вот сейчас прекратит на каком-то файле грузиться, вот R, мы ее увидели как раз, то нужно шить полную прошивку, по-другому никак. Ну, мы хотя бы попробовали. Все это закрываем, перезагружаем и идем копировать полную прошивку. Но эта тема будет отдельного видео, или вообще она уже была. Я не помню, шил я этот аппарат на камеру или нет. А ссылка на прошивку под этот серийный номер 3BO2 будет в описании. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.